Итак, всем привет. Ну вот продолжение второй части. Ну вот, обработал чеснок. Вышло таких вот два бачка. 25-30 литров они. Вот такой вот чесночок вырос. Это вот семенной, который выращивал из бульбочек. Обновленный посадочный материал. Это вот на еду пойдет. Где побиты, где что. Вот такой вот чесночок уродился. Это, естественно, тоже вот пойдет на семена под зиму. Сначала ешьте мелкий, а крупный оставляйте на семена, на зубки. Секатором хорошо вот стебель обрезать, а корешки вот снизу ножницами такими. Вот так вот. Не ешьте китайский чеснок, эту отраву из магазина. Выращивайте чеснок, посадите хотя бы чуть-чуть, небольшую грядочку, и будете всегда с чесночком. Просто изумительный, ароматный чеснок. Идет во многие блюда. Сейчас он пойдет на чердак досушиваться. Где-то недельку, недельки две. Ну ладно, всем до скорых встреч, до свидания, пока.